Не устал, но ухожу. Директор скандально прославившейся 57-й школы просит у Дебобразования найти ему замену. Но перед тем, как уйти со школьного двора, Сергей Менделеевич намерен создать школьную комиссию по этике из его коллег-учителей с помощью подопечных учеников. Заняться не исключено, что напоследок Менделеевичу вообще есть чем. Первыми раструбившие о скандале четверо педагогов уже написали заявление об увольнении. И пока еще действующий директор рассчитывает их вернуть. Забот не в провороты у следователей. Их, правда, интересует совсем не вопрос кадровой чехарды, а как именно в учебном заведении совращали детей. Напомню, скандал в элитной столичной школе случился из-за публикации в Фейсбуке. Выпускница школы Екатерина Кронгаус написала об историке, который долгие годы крутил романы со своими ученицами. В публикации не было ни номера школы, ни фамилии, но по комментариям читателей стало ясно, о ком же идет речь. О педагоге Борисе Мирсоне. Кстати, в июле он написал заявление по собственному желанию и уехал в Израиль. Возвращаться в Россию, похоже, не собирается.